Всем привет, вы на канале Zelimax Games, с вами Максим, и мы продолжаем с тобой играть Dismantle. Вышло новенькое обновление. Так, давай посмотрим, что это такое. Так, все связано с Солярисом, но, друзья, добавился ковчег, первая часть, который находится во Фрории. Это зимняя локация, я в принципе показывал, где это находится, и, конечно же, мы с тобой сейчас отправляемся туда. Если тебе понравилась эта серия, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй. И, конечно же, нажимай на колокольчик. Так, ну чё, где это я? Ага, я во Фрории, да? Угу. Так, а вот эта вот локация, да, вот... То есть, Солярис мы с тобой прошли. К сожалению, в Солярисе, друзья, мне не очень понравилось, потому что было сначала все загвоздка в шляпе, да? Потом закончилось на том, что у нас там надо было открыть дверь ключом. Разработчик добавил сначала шляпу, потом добавил отдельно еще ключ, точнее не ключ, а он вынес эту дверь, да, она оказалась сломанная, не надо никакой ключ было искать, ну, в принципе, мы прошли. Плюс еще у нас есть всякие различные порталы. Так, если ты внимательно посмотрел и заметил, на карте кое-что поменялось. Появились кое-какие вопросики. Ну, с этим мы с тобой немножко чуть попозже. Я уже знаю, что это такое. Я уже чуть-чуть посмотрел визуально. Мы туда сходим. Это... Ну, ладно, давай, я не буду скрывать, что это будет. Это будем телепортироваться, да, на верхней части поверхности. Да, вот там были такие моменты, где я не знал, как залезть на какой-то верх с помощью портала. И также будем спускаться с помощью портала. Но для этого будем что-то использовать. Так, а сейчас мы тогда с тобой идем вот сюда, во Фрории. Это у нас какая-то будет небольшая то ли военная база. Не знаю, почему первая часть ковчега. То есть, где-то еще будет какая-то часть ковчега? Ну? Я просто знаю, что у нас вот здесь есть еще одна какая-то часть ковчега. Ну, может быть, это не ковчег. Я просто не знаю, что это такое. Но здесь у нас есть тоже барьер. Хотя и здесь у нас тоже есть с тобой сейчас стоит барьер. Но на самом деле его уже нету. Ладненько, поехали, посмотрим. Так, а сколько у нас там по времени? Стоять. 6:09. Ну, в принципе, сейчас уже будет рассвет. Так, давай, значит, быстренько посмотрим. Где-то чует у нас такое. Вот здесь. То есть, разработчик добавил терминал. Он сейчас у меня уже зеленый, на самом деле он был белый. То есть я просто нечаянно нажал, я посмотрел, есть ли взаимодействие, есть. Так, давай, значит, это у нас ковчег терминала. Открыть ворота. Готово. Ну что, поехали, посмотрим. Че такое? А зомбики есть? Как-то, знаете, без зомбиков скучно будет. Кстати, что это такое за ящик интересный? Ага, тут ничего толком пока нету. Ладненько, пошли давай тогда заходим, да, смотрим, может быть, что-то сейчас будет. Во, квест. Так, отлично, у нас здесь костер тогда, да? Отлично. Кемпинг. И давай тогда возьмем один квест. Так, че это у нас тут такое? Давай посмотрим. Сказано о том, что здесь посредине военной базы находится какой-то дверной проем. Что в нем внутри? Войди в него. Да, войти в него.
кстати... Сейчас войдем. Я просто смотрю, что больше здесь ничего нету. Тут даже нету ни скелетов. Слушай, это какой-то подземный... Ну, это может быть бункер. Пошли. Ох ты, ё... Так, Let there be light. As I have foreseen, the world is about to end in -999 days. The flood is coming. But thanks to our hard-working volunteers, we are preserving the world as we know it. Sample by sample, we are filling the archives with remnants of our time. The task is colossal, but we will achieve it. Welcome to the Ark. Добро пожаловать, ковчег. Так, давай на правую часть пойдем, да? Хотя, ну, что так, что так. Ух ты. When mankind was still young, we did not differentiate ourselves from nature. We lived a simple and blissful life, enjoying the bounties of the earth. The samples in this collection are all found in nature. Gather and deposit them here with care and respect. Вы серьезно? Так, а вот теперь, да, вот, кстати, мне когда-то вот недавно написал один человек о том, что вот ты там, да, не кушаешь, не употребляешь там, допустим, да, какие-то питания, где добавляют жизни. Да, я не кушаю, но ты понимаешь, вот здесь, посмотри внимательно, я должен определенное количество положить ресурсов теперь сюда, это. Ten. Samples deposited. 30 samples deposited. This collection is now 7% complete. Так, рыбу дали, да? 10 samples. This collection is now 13% complete. Друзья, я это ложу, потому что это у меня валом этих ресурсов. Реально у меня много. Я, конечно, боюсь вот за вот эти ресурсы. У меня, по-моему, столько нету. Если где-то чего-то не будет... Блин, придется где-то бегать, что-то искать. 10 samples deposited. 30 samples deposited. Вот и все. Слушай, что, серьезно? Подожди. Да, не хватает. Ай-яй-яй, блин. Вот это уже все, это будет проблема. Черт. Ладно, давай вот эти. 10 samples deposited. Тоже нет, да? Так, нужны ягоды, нужны грибы белые. Ух ты, блин. Проблема в том, что очень много надо, понимаешь? А мне говорят, так кушай их, жизни пополняются. Да, жизни пополняются. 10 samples deposited. 30. This collection is now... 33% complete. 10 samples deposited. 30 samples. Так, а чё по грибам? Офигеть, нифига себе. Да, грибов тоже не хватает. Блин. В Солярисе, если кто-то помнит, я играл на автомате, такой терминал был, да? Так вот, чем больше играешь в него, даже если ты неудачно там, да, не получилось тебе побить тот рекорд. Кстати, я не побил тот рекорд, там 50 чем-то тысяч надо. Я набивал максимально 45. Каждый раз, когда мы играем на него и даже проигрываем, оттуда у вас автомата выпадают, рядышком лежат какие-то продовольственные продукты, то есть это либо это фрукты, ягоды, то есть рыба та же самая, там зерно какое-нибудь, то есть оно выпадает.
То есть можно играть на том автомате, либо, конечно, придется бегать и искать все эти опять ресурсы. Да, вот я и говорил о том, что не надо тратить все это. Яйца 100 штук. Вы серьезно? Яйца 100 штук? Да у меня их столько нету, блин. А где? Кстати, по поводу яиц. У нас была локация. Локация это называлась... А, ну даже, видишь, сейчас не показывается эта локация. Но, блин... Пустыня. Пустыня рядышком, которая находится с Солярисом. Там у нас летают орлы. Если будет возможность... Кстати, возможность какая-то есть. Я только он еще не попробовал. Но если ты убиваешь орла, либо что-то такое, с него, короче, выпадает яйцо. То самое. Ладно, пока сейчас ложим. 30 samples deposited. Блин, 70 штук надо. Много. Так, ну это есть. Samples deposited. This collection is now 63% complete. Короче, у нас проблема. Очень много надо ресурсов. This collection is now 63% complete. Чёрт! Блин, обидно, как же обидно. А здесь что? When mankind was still young, we did not differentiate ourselves from nature. Так, ладно. We lived a simple and blissful life, enjoying the bounties of the earth. Хорошо, так, ладненько, давай, значит, что мы с тобой сейчас сделаем? Мы сейчас побегаем по всему этому комплексу, да? Посмотрим, где все что есть. Ну, а потом буду думать, что делать. Ресурсов, конечно, в таком количестве, сколько надо, их нету. А мне еще говорили, надо кушать это все. Да, надо кушать. Уже не кушать надо, уже все. Че-че? 1800 листочков? Разработчик что, издевается надо мной? Не, серьезно? Это какая-то шутка? Я только что недавно создал вот эту вот ману, мана шанг. Друзья, у меня было где-то в районе около 2000 листов. Я все потратил на создание буквально несколько штук, кстати, которые нужны будут нам, по-моему, для телепортации. Может быть. Офигеть. Короче. А что там еще есть? Блин, что-то вижу, не пойму. Что-то красное. Ладно, пошли в следующую комнату. Короче, ресурсы нужны. В большом количестве. The rise of civilization was sparked by the invention of agriculture. Чёрт. By harvesting the land, we were able to thrive. Короче, у нас the проблемы. The samples in this collection are all edible, but do not eat. Deposit instead. Офигеть, у нас проблемы. Короче, это, ну это овощи, да? 200 кукурузы. 300 помидоров. 300 морковки. Разработчик, ты что делаешь? Ты что, серьезно? Короче, надо брать мотыгу. Идти на плантации, да. Плантации есть в разных локациях. И сажать, сажать побольше всяких вот этих вот... продуктов, которые нам нужны, и ждать ихнего выращивания, и потом собирать, и потом приносить их сюда. Мне просто интересно, если я это все сделаю, все соберу и принесу все сюда, это оно того будет стоить, если мы реально, ну, все это принесем. Так, вот это у меня 109, можно дать. 10 samples deposited. This collection is now 2% complete. Жесть. Блин, 300 помидоров. Да откуда я их возьму? Кстати, дальше закрыто. Дальше у нас получается ресурсы. Да, керамика, металл. Ой-ой-ой.
Короче, я вот говорил при предпоследних сериях, собирайте побольше ресурсов, друзья. Очень надо будет, очень нужно будет. By harvesting the land, we were able to thrive. Блин. The rise of civilization was sparked by the invention of agriculture. Это подсказка. Хочешь ресурсы? Выходи в поле, там где фермы, и выращивай. Чем больше, тем лучше. Так, я так понимаю, что смотри, это у нас ковчег, да? Посвященный всем ресурсам, которые мы с тобой здесь собираем со временем по прохождению игры. Кстати, вот эти две комнаты, если я активирую сейчас все вот это, может быть, что-то здесь произойдет. Не знаю что, но что-то должно. Просто дальше будет вторая часть ковчега. То есть ковчег, он получается именно в этой локации, во Фрории. Но то количество, которое разработчик сейчас... Ну, блин, он требует? А че? А, я не могу достать даже ничего, да, из оружия? О-о-о. Смотри, дальше потом, по идее, будем спускаться еще ниже. Зачем? Для чего? Блин, я не знаю, честно. Ладненько, пока сейчас выходим отсюда. А, вот черт. Ковчег. Да. Ковчег собирает всякие различные ресурсы, которые нам потом, может быть, в будущем пригодятся. Но это запасы на будущее. Кто-то запасливый очень. Так, получается, друзья, это ковчег, да? Ковчег, в принципе, все. Тут нету, даже ни зомби нету, ничего такого. Но здесь мы должны принести с тобой много-много-много ресурсов. Очень много всех. В принципе, я запомнил, что нам нужно принести. Так, по поводу вот здесь, да? У нас есть еще одна какая-то локация. Доступна ли она? Все-таки я смотрю, что даже на ковчеге у нас стоит с тобой барьер. Вот, вот синий. Его нету, но он как бы типа на карте еще отмечен. Давай тогда быстренько сейчас в зимнюю локацию сбегаем. Посмотрим по поводу там. Разработчик дал нам возможность туда зайти или нет. Если нет, мы тогда с тобой сходим на те вопросики, да, которые я тебе показывал. Ну и посмотрим. Что-нибудь будем думать. Надо, получается, собирать ресурсы. Очень много ресурсов надо собрать. Так, давай, значит, быстренько здесь сейчас одеваем зимнюю одежду. Вот это... Блин. И самая проблема в том, что я сейчас, понимаешь, я могу собрать вот все эти ресурсы со временем. Но стоит ли оно того, чтобы их всех сейчас туда отдавать? Я сейчас отдам, а мне потом по прохождению нужны будут опять ресурсы такие. И чего, где мне их брать? Короче, я понимаю, что если даже появится сейчас вторая часть ковчега, там ресурсов нужно будет просто целой кучи. Ладненько, пошли сюда. Какой ужас, какой ужас. Ага, вот, видишь. Так, здесь закрыто. Нет, к сожалению, разработчик не дал возможности вот зайти сюда, в эту локацию. Ладно, фиг с ним. Давай тогда быстренько возвращаемся к антенне. И мы с тобой сейчас сходим на вот те вопросики, да, которые я говорил, что вроде бы можно будет их использовать. Кстати, да, чуть еще не забыл тебе сообщить о том, что
У нас с тобой сейчас есть еще возможность кое-что создать. Потому что кое-что создалось в таблице крафта. У нас там можем создать инструменты для маны. Что это такое, пока сам не знаю. Сейчас что-нибудь создадим, посмотрим. Так, нам сюда. Вот. Ну, а по поводу ресурсов не знаю. Так, давай вот сюда переносимся. Это буквально почти первые локации. Значит, смотри, что у нас тут есть. Давай, значит, используем мы с тобой сейчас вот здесь костер. Создадим, да, инструменты для маны. Смотри, да, вот оно. Инструменты для маны. Мана-чанг. Ух ты, блин, нифига себе. Кошмар. А что мне с ним делать? Блин, я не знаю. Но, в принципе, оно автоматически что-то добавлять будет, не знаю. Так, по бреду что-то есть? Нет, по бреду нету. Смотри, портал. А это мы где? Это мы с тобой оказались наверху. Да, я говорил о том, что вот, я был прав все-таки. Мы будем заходить в портал теперь, да, использовать при этом вот ману. Кстати, если у кого-то маны, да, нету, что делать? Берете, заходите в антенны, вот эти вот, самые вот. Ну, они называются как бы башни, да. И включаете, чтобы монстры больше не появлялись, и уничтожаете их, тогда выпадает вам мана, и вы дальше крафтите с помощью половинных печ вот эту самую ману, которая буквально была добавлена в предыдущей серии. Я знаю, друзья, что многие этого не делали. У вас большие проблемы. Так. Кстати, здесь мы сейчас, наверное, с тобой еще знаешь, что сделаем? Достанем, наверное, лопату. Ну и, может быть, где-то что-то попробуем откопать, если получится. Так, ну, я знаю, что это специально сделано, чтобы мы отсюда вышли и появились, да, где-то внизу. Так, а для начала сейчас давай здесь немножко покопаем. Слышишь, а тут как бы и не сильно высоко, мне кажется, да, вот можно спрыгнуть. Не знаю, ладно. Так. Так, а чё здесь? Короче, выносим все. Это чё-то было убежище раньше. Слушай, толком ничего нету, блин. К
кстати, мне вот интересно, почему зомби появились у меня в этой локации? Я, если честно, я уничтожал вообще, ну, полностью их тоже. Вот что-то изменилось. Короче, тут вроде бы вообще ничего нету. Ладно, пошли туда отсюда. Но я уже тут перелопатил почти все, что можно. О. Ага. Сейчас. Да. Так, это первая локация. И тут ящик, где я говорил, как же сюда забраться. Офигеть. Офигеть. Блин, я в поисках ресурсов, только больших, конечно, в количестве. Так, оно вот здесь. Нет. А, черт, я упал, да? А, так, 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 так. Блин, это первая локация. Короче. Значит, нужно сейчас вот сюда зайти опять. Быстренько зайти в этот портал. Потом быстренько в этот портал и быстро открыть вот этот ящик. Да? Кстати, давай так и сделаем, посмотрим, что у нас выпадет с него. Блин, реально хочется узнать. Офигеть. Но, чтобы я прошел, понимаешь, ковчег, вот первую часть, к сожалению, придется... Блин, реально придется очень много побегать по локации. И заново... Ну, даже не по одной локации, а по всем локациям пробежаться. А, пособирать грибы, ягоды. Ну и что там еще-то надо? Че не хватало, то и собирать придется. Кошмар, кошмар. Я честно, я в шоке. Я такого не ожидал. Так, давай быстренько вот здесь, да? Отдыхаем. Так. И быстренько бежим. Портал. Вот. Чё выпало? Мана-шарт выпало для улучшения. Да, это серьезно, это жирно. А теперь я перенесся опять сюда, да? Блин, прикольная, конечно, вещь. Я только не знаю, почему вот следующие, да, вот эти вот порталы, почему не отмечаются зеленым цветом, друзья, потому что как-то они что-то все равно белым отмечаются. Где у нас есть еще? Давай посмотрим. Так, вот здесь что-то есть, да? Смотри, вот тут можно возле ящика взять его. Так, зимняя локация. Ох, зимняя локация. Вот тут что-то сверху много возвышенности, но я не вижу. Чё-то было.
Да, слушай, в принципе, получается только... Это, получается, вторая и, по-моему, третья локация. Ладненько, давай вот сюда сейчас быстренько сбегаем. Так, костер у нас где? Костер, костер. Ближайший костер. Ну вот сюда, на ферму. Кстати, на ферме надо будет засаживать, да, вот. Овощи. Черт, сколько всего много надо делать теперь. Блин. А кто-то когда-то не писал. Ты не кушаешь ничего, ты не восстанавливаешь все жизни. Надо лечиться не только аптечками. Да, я был прав. А вот ты не был прав, к сожалению, извини. Так, а что у нас здесь? Ничего? Может, уже выкопал? А, да, это я тут выкопал. А, так, ладненько. Так, давай, значит, быстренько сейчас отметим, но вроде бы вот сюда. А, черт! Блин! Давай быстро, быстро, если успею. Блин, не успел. Надо было активировать. Слушай, надо было активировать сначала портал, а потом уже идти. Ладно. Как говорится, не с первого раза, да. Да, черт, кусты, блин. Кстати, сейчас, секундочку. Блин. Давай это. Вот так вот. Отлично. Да чё такое? Нифига себе! Мне не хватает 2 секунды. Блин, но... Блин, я и так уже вроде бы... Хорошо, а если... ладно. Чуть-чуть схитрим, да? Чтоб не оббегать сразу вот напрямую через дом побежим. Офигеть, офигеть, сколько надо ресурсов, много.
Опа. Так, так, неплохо, неплохо побежал. О, жирненько как пошло, нифига себе. Ага, и меня спускает куда-то вот вниз, да? Так, неплохо, неплохо. Ну чё? В принципе... Смотри, у нас, да, так как мы были сейчас с тобой на ковчеге, к сожалению, мне реально нужно много ресурсов собрать. Особенно по овощам. По овощам нужно много сажать. Давай я это уже делать не буду. Да, показывать, как это я буду делать. Но я показал, что вот у нас есть вот, например, вот здесь ферма, да, и тут с помощью мотыги сначала делаем поля для посадки. И потом с помощью семян есть такое у нас в инвентаре. Сейчас покажу, где. Вот. Выбираешь вот это, и выбираешь мотыгу, да, либо это сапка, что такое. И сажаешь, сначала делаешь с помощью мотыги, потом сажаешь семена, и потом, в принципе, ждешь какое-то определенное время, пока созреют овощи, да, чтобы их собрать. Но если ты насобираешь то количество, тогда мы идем с тобой... И я, если насобираю это количество, мы идем с тобой в ковчег и пытаемся активировать, да, вот те две статуи. Че оно будет в конце, я не знаю. Так, давай, наверное, на этом сейчас пока что я сейчас поиграю. И как только я соберу, я сразу тебе покажу. Так, я все закончил. Я собрал все ресурсы, друзья. Пришлось очень делать большую плантацию, выращивать всякие ресурсы, да. В основном это у нас были помидоры, кукуруза, лук. Да вообще все, что надо было, все добывал и, конечно же, что-то находил. Друзья, очень сильно и сложно было, конечно, вот с этими грибами и вот с этими ягодами, да, вот. Это самое сложное, потому что оно находится в основном, грибы находятся в зимней локации, ягоды находятся, ну, скажем так, в летней локации, да, кроме там, где пустынь, там этого нету. Очень сложно, очень чего не хватает, приходилось по несколько раз бегать, где-то появлялось через время, но появлялось очень реже уже. В принципе, у нас все готово. Давай сейчас быстренько возвращаемся в наш ковчег и попробуем все отдать, все ресурсы, которые я добыл, да? И посмотрим, что произойдет. Опять же, ковчег открытый только первая часть, еще будет вторая. Вторая будет еще сложнее, друзья. Я не знаю, там будет очень сильный уклон на другие ресурсы, которых мне тоже уже, к сожалению, не хватает. Надо будет где-то добывать. Особенно с листьями. Надо 1800 листьев, у меня где-то в районе только 600. И то я набивал очень много, при этом я еще тратил на... Чтобы увеличить производство в плантации, да, на каждую вот клеточку поля, где я буду что-то выращивать, надо было потратить 20 листьев. То есть очень неэкономно. Всего не хватало, и... Но, в принципе, я прошел, добыл. Хотя, друзья, на этом потратил очень много времени. Несколько часов. Ни один, ни два, ни три. Больше. К сожалению. Так, давай, значит, что делаем? Это давай в последнюю очередь активируем. Активируем давай вот эту комнату. Тут у нас, в принципе, осталось немножко. 80% complete. Так, грибы, 20 да? Samples deposited. This collection is now 87% complete. 40. This collection is now 100% complete. The arc is now 6% complete. Please move forward to the next collection.
Нет! Нет, только не это! We started to understand that we were something more than just a part of nature. By creating the first primitive tools and clothes, we set ourselves apart. The samples in this collection are the ingredients of the dawn of humanity. Now kindly deposit the materials for future of mankind. Только не это. Блин, ресурсов много надо. Так. Вот, 1800 листьев, друзья, мне этого нет, у меня реально этого не хватает, у меня только 623 листа, листочка есть. Блин, надо придется где-то это все добывать. Я не понял, я изначально смотрел, вот, да, вот, барьеры, я думал, что оно закрыто, на самом деле оно открыто. Офигеть! Че там дальше? Так, микросхемы, пластик. Ладно, давай. Все, что есть, все отдаю, короче. 3% complete. 10 samples deposited. 30. This collection is now 13% complete. А вот с листьями, конечно, будет проблема. 30 samples deposited. 70 samples deposited. 150 samples deposited. 1490. Офигеть! We started to understand that we were something more than just a part of nature. 30 samples deposited. This collection is now 40% complete. 10 samples deposited. This collection is now 50% complete. А я говорил, я всем рассказывал о том, что добывайте, добывайте ресурсов, чем больше, тем лучше. Друзья, нужно много листьев. Блин, листья, ну, ты сам понимаешь, куда они будут, откуда будут браться. Это деревья, кусты. И это много-много всего нужно добыть. В принципе, типа на 100% выполнено, да? Офигеть. Ладненько, давай отдаем тогда сейчас ресурсы, да, вот зерновые все и овощные. Поехали. Обойти сколько опыта, да, вот, вот здесь, добавляется в правом верхнем углу. Почему максимальный 38-й разработчик? Прошу пройдите в следующую коллекцию. Ну пошли посмотрим. 36% complete. Ага, следующие ресурсы, да. So did our needs beyond just nourishing ourselves. We built homes. Towns. Какой ужас. The samples in this collection are building blocks of our civilization. Deposit them, so the next generation has a chance. Так, давай посмотрим. В принципе, отдаем, давай. Samples deposited. Отдаем по максималке. К сожалению, листья придется собирать еще. 10 samples deposited. 30 samples deposited. This collection is now 31% complete. 10 samples deposited. Так, блин, это надо создавать, да? Из досок. Из досок. Проблема. По-моему, тоже нужны листья. Либо щепки эти. Так, ладненько, давай здесь. 10 samples deposited. 30 samples deposited. This collection is now 59% complete. 10 samples deposited. 30 samples deposited. This collection is now 76% complete. 10 samples deposited. 30 samples. This collection is now 99% complete. Так, получается, что у нас остается? У нас остаются листья, да, и вот эти вот доски с помощью станка нас создавать будут. Ладненько. А что там дальше?
35 титана. Офигеть. 450 кирпича. Чего? Вы чё, совсем? Да ну нафиг. Слушай, у меня столько нету всего, понимаешь? Ты только посмотри, сколько было всего там, по 300, по 400, вот... Блин, этого сейчас мало. Кирпич много надо. В принципе, по стали, да, вот, есть. Ну, я думаю, она тоже здесь будет. Так, не было резины еще. Электроники не было. Не знаю, хватит, не хватит. Камень тоже нужен. Да, блин. Хотя, в принципе, я уже множество ресурсов каких-то, друзья, я уже отдал, я не знаю. Блин, я не ожидал. Я думал, что все-таки будет две комнаты, и пока на этом все. Оказывается, еще есть. Дальше идет вроде бы керамика. Есть. Кирпича нету. Титан, 35 штук отдать. Ну, не наглость, нет. Так, дальше у нас что там? Сталюка, 300 штук. В принципе, есть. Слушай, только я вот смотрю, это у нас что, последняя комната будет? Кстати, вот на карте отмечено, как будто вот здесь костер. We started to understand that we were something more than just a part of nature. Хотя нет, слушай, неправильно. Получается, у нас все-таки еще две комнаты будет. И что-то, по-моему, будет еще в центре. Так, 150. Блин, я просто не вижу, что там дальше. Ага, электроника. Сколько? 250. Есть. А вот что там? Вот то последнее. 250 чего? Блин, я не вижу. Так, задание мешает. Давай сейчас быстренько убьем их. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага, это резина. В принципе, что у нас остается? Значит, нужно немножко добыть дерева, да? Ну, вообще листочков надо очень много добыть. Ну и, в принципе, я пройду дальше. То есть, я открою еще две комнаты. Ладненько, давай сейчас быстренько я еще поиграю. Я немножко чуть-чуть добавлю потом в видео. Сейчас немножко пойдем добывать листочков, и я поставлю, наверное, станок, пусть он делает вот те доски. Так, мы с тобой возвращаемся, потому что я добыл все ресурсы, которые только можно и нужны были, да, вот, для сдачи. Так, здесь у нас доски. Да ладно, что, серьезно? Так, тут закрыто. Слушай, тут барьер. Хорошо, так, давай следующее. Там у нас с другой стороны, да, по-моему, еще была комната. Я что-то должен был донести. Да. Так, листочки, 1490. У меня все есть. This collection is now 100% complete. The arc is now 74% complete. Please move forward to the next collection. Так, следующая коллекция. Да, я просто в шоке. Слушай, сколько было ресурсов? Ты даже не представляешь, сколько было ресурсов до тех пор, пока я не отдал все в ковчег. Это просто была жесть. Короче, что у нас тут получается? Все-таки вот здесь, да, у нас с тобой остается еще вроде бы две комнаты. То есть четыре комнаты я полностью все прошел. Все ресурсы, какие только можно, я собрал. Друзья, это заняло буквально сегодня целый день.
Реально, считай, что полдня, ну, точно я просидел в ней, в этой игрушке. Мне пришлось побегать по карте буквально по всей локации, да, не только вот в одной локации, а вот полностью по всем, чем мы только играли, какие локации проходили. Кстати, где-то находил рыбалку, потому что появилось небольшое обновление, где разработчик сказал, что добавил много рыбалок, да, в разных локациях. Так что, если кто-то хочет порыбачить, можете, конечно, сходить и что-нибудь найти. Ждем следующее обновление. Я думаю, что оно будет, может быть, завтра, либо послезавтра. У нас будет вторая часть ковчега. Это откроются вот две комнаты. И, может быть, мы с тобой спустимся на низ на лифте. Почему? Потому что я вижу, там что-то есть. Ну, там есть, конечно, какие-то переходы. В принципе, четыре комнаты мы с тобой прошли. Это было, честно, даже очень сложно, потому что множество ресурсов, которые были мне нужны, у меня этого не было. Кстати, по поводу следующих ресурсов, в принципе, я приготовил все. И вот в этой комнате у меня полностью все ресурсы есть. Для этого мне нужно, получается, будет кирпич, да, камень, титан. Камень тоже там 469, а надо 450, так что, в принципе, на две комнаты у меня все ресурсы есть. То есть мы ждем тогда следующее обновление. Друзья, что это за ковчег? Зачем я сюда приношу все ресурсы? Честно, я пока что сам не знаю, но мы скоро узнаем. Кстати, по поводу вот этой комнаты, у меня тоже все ресурсы на нее есть. Там резина, пластик, электроника и еще одна электроника. Да, это все у меня есть. То есть, давай тогда, что мы с тобой делаем. В принципе, мы тогда сегодня заканчиваем проходить ковчег, да, первую часть. И продолжим в следующий раз. С тобой был Zenimax Games, сегодня мы играли Dismantle. Всем, кому понравилось мое прохождение этой игрушки, ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем и не забываем нажимать на колокольчик. На сегодня все. Всем спасибо, всем пока!